Всем доброго времени суток, это Gadget X. Защищенный смартфон Blackview BV9000 Pro уже прошел немало испытаний на прочность. Производитель даже стрелял в него из лука стрелами. В новом видео сотрудники компании наглядно показали, как гаджет справляется с водными процедурами. BV9000 Pro это один из первых смартфонов, имеющий усиленный корпус, защиту от воды по стандарту IP68 и дисплей с соотношением сторон 18:9. В Blackview BV9000 Pro установлены 5,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25, графический ускоритель Mali T886, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, двойная основная камера с сенсорами на 13,5 мегапикселей, 8-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для сим-карты и аккумулятор емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 12 вольт 2 ампера. Корпус Blackview BV9000 Pro имеет повышенную прочность, а экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5 поколения. Сертификат IP68 означает, что аппарат способен находиться на глубине более 1 метра в течение 30 минут без каких-либо последствий. На видео производитель показал, что даже долгое нахождение в реке с сильным течением не способно навредить смартфону.